Евгений Олегович, в год пошли на профосмотр, попали к хирургу. Нам сказали, надо оттягивать, тренировать. Я, честно говоря, смотрела большими глазами и первый раз об этом слышала. Думаю, для чего вообще это нужно делать? Вы знаете, я тоже хочу об этом узнать. Для чего? То есть еще раз, хирург, который говорит, надо оттягивать и тренировать, высказывает свое личное мнение, которое не совпадает с официальными рекомендациями всех международных педиатрических ассоциаций. По-другому я это просто не могу комментировать. Я прекрасно понимаю, что вот сейчас, глядя на меня, там десятки там, тысяч хирургов жутко обидятся. Понимаете? Но я, это не мое мнение, это не я придумал, это мнение международных педиатрических организаций. Все говорят, не трогайте, проблем не будет. Вероятность проблем многократно возрастает, когда вы туда лазите. Не трогайте, не лезьте, нет у вас проблем, не трогайте. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.